Сегодня у нас 6 ноября. Да. Я нахожусь в городе Гамаринген. Узнаете? Константин, поприветствуй наших зрителей. Всем здрасте. Только что встретился с Константином, пригласил на фабрику меня показать, как они производят здесь свое белье. Но в первую очередь показал BMW 39-го года и говорит, что здесь меняется экспозиция. Да, конечно. Это что? Музей такой? Нет, это частная коллекция господина Делькера. Владельца? Владельца нашей компании, да. Он наследник? Он и наследник, он и является организатором этой компании. Вообще, компания находится всегда. Ну как организатором? Вам же больше 100 лет. Ну да. Генерация Делькеров переходит из Карла Делькера, потом Герхарда и так далее, и так далее. Так. Да, и постоянно меняется коллекция здесь, автомобилей. Да, экспозиция автомобилей. Я стоял раньше, что? А Форд, первоначальный Форд из первой сборки, по-моему, еще с такими коваными колесами. Ну, я думаю, на следующий год у нас или Майбах, или что-то другое сюда встанет. Тоже старенькое. Понятно. Тоже раритетики. Ну, вот здесь входная зона. Здесь мы вошли. Стоянка для гостей. Здесь мы остановились. Ну, и вот находимся сейчас у Константина. Он будет нам показывать сегодня все производство. Оно же здесь сосредоточено? Да, да, да. Только в Гамарингене? Нет. В Китай не поедем? В Китай не поедем. Ну, на остров Маврикий только в следующий раз. А, хорошо. А это приглашение? Ну, обязательно. Что-нибудь придумаем по этому поводу. А Маврики где находится? Маврициус, остров Маврициус. Да, это внизу Африки. Африка и вот туда, чуть поближе, в сторону Индийского океана, острова не далеко. Ближний свет. А что у вас там производится? А, минимайзер. Минимайзеры? Своя, да, своя собственная фабрика там находится. Она с 50-х годов. Ого. А так заводы, я же тебе говорил, Миша, у нас и в Польше, и в Румынии, это в Чехословакии. Это ты мне говорил, я знаю. Ты нашим зрителям не говорил. В Польше, в Румынии, в Чехословакии. В Чехии, недалеко от Карловы-Вар. А в Испании, в Португалии, в Англии. Сколько? Ну, фабрики, по сколько одной. Сколько фабрик? По одной. Да. Уже перечислил штук 8. Ну да, по одной. И здесь. И здесь. Здесь есть, и еще 40 километров отсюда, в городе Ульм. И всего работает сколько народу? Миш, я тебе скажу, где-то 2400 человек, а вот здесь вот сейчас ты увидишь в здании около 400. Понятно. Хорошо. А так у нас в 60-е годы было 250 филиалов на территории Германии, отшивающих филиалов. В связи с чем перенесли все, сконцентрировали здесь? Локализируем, рабочая сила дорогая. Ага. Понятно. Значит, в Восточной Европе у вас получше с рабочей силой. Ну да, подешевле. Подешевле. Хорошо, спасибо. Итак, первая часть у нас закончена. Пошли дальше, покажем. Пошли.